Всем привет, меня зовут Елена, добро пожаловать на мой канал. А сейчас у нас будет расклад на тему, что я значу для него. Загадайте, задумайте мужчину, представьте его, произнесите его имя, свое имя. Если есть фотография, посмотрите на фотографию. Также прошу вас, кто не подписан на канал, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, если есть у вас какие-то идеи по поводу темы расклада, пишите. Также хочу попросить тех, кто не подписан, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие расклады. Итак, мужчина, в каких энергиях вы? И что сейчас на данный момент между вами? Мужчина, а вы? Что между вами? Ну и Таро. Мужчина, а вы? Что между вами? Мужчина сейчас отдыхает. Может, в прямом смысле слова отдыхает, лежит, может, спит. Но также может показывать, что у него дела какие-то, у него не двигаются. Также он может сейчас быть в унынии, считать, что какое-то время у него уходит впустую. В голове прокручивают планы, перспективы на дальнейшее. Сейчас он либо, опять же говорю, либо спит, либо просто от всех отстраняется. Если есть вы в браке, или ну, просто у вас есть дети совместные, он еще думает о детях. Также для некоторых, возможно, мужчина младше вас. Мужчина романтичный, мечтательный. Если вы были в ссоре, то он первый может делать шаг на примирение, на воссоединение. Чувственный, способен на сильные эмоции. Также этот мужчина может очень огромную, важную роль играть в вашей жизни. Можно сказать, что у мужчины очень сильное чувство к своей второй половине. Его тянет как магниту. Как магнитом к своей второй половине. В голове у него сейчас может быть идти какое-то предложение. То есть, если вы не в браке, может быть предложение брака. Может быть просто жить вместе, если вы повстречаетесь. Если вы уже в браке, то у него какая-то идея, какое-то желание вот крутится. Что-то он хочет предложить. Вы сейчас думаете о каком-то, о какой-то ситуации, хотите докопаться до сути. Она вам не дает покоя, вы все время ее прокручиваете в голове. Немного в детство уходите, воспоминания. Какая-то мысль у вас идет, и, во-первых, мужчина, да, к мужчине очень сильно тянет. То есть вас, получается, друг к другу очень сильно тянет, очень страстные отношения, возможно, ну, в общем, притяжение колоссальное друг к другу. Также вы очень яркий, светлый человек, и вообще на вас многие обращают внимание. То есть вы очень внешне можете быть привлекательным. Также вы привлекательны так и внешне, как внешне, так и внутренне. То есть к вам многие люди тянутся, как мужчины, так и женщины. Вы своей вот у вас какая-то аура манящая, и к вам тянутся люди, и вы можете даже советы давать. То есть с вами очень приятно общаться. Что между вами?
Вот между вами как раз и находятся не очень хорошие люди. Скорее всего, из-за них у вас разногласия и споры, и обманы. Возможно, вы поругались, поспорили, и как бы, ну, не то, что разошлись. Может, просто вот у вас была ссора, и кто-то из вас встал, вышел, хлопнул дверью. А также вы наблюдаете, следите друг за другом, сплетни вокруг вас есть, ревность. Тем не менее, вы хотите с друг другом, что вы, что он поступает честно. Но вот из-за того, что кто-то вмешивается в вашу жизнь, у вас получается не так, как хочется. То есть такая ситуация, что как хотелось как лучше, а получилось как всегда. То есть посмотрите на свое окружение. Не стоит доверять и рассказывать все как бы своему окружению. Даже если вы считаете, они вам очень близкие люди, родные, там, может быть, подруги близкие. Ну, в общем, неважно кто, но все равно рассказывать очень личное, близкое другим, как бы карты вам советуют, не нужно. Давайте на вопрос, что я значу для него? Что значит женщина, а для мужчины, которую она загадала? Так, тряпку. Он считает, во-первых, у него душевное терзание. Также для многих мужчина может быть выпивать, то есть заливать свои душевные терзания. А также он, в принципе, видит выход из сложившейся вашей ситуации, но он почему-то это не открывает. То есть у него есть, вот видите, замок, и ключ-то в этом. В общем, ключ в замке. Он может открыть, но он не открывает, все закрыто. И сам от этого мучается. Почему он не открывает, непонятно. Страдания идут. Страдания какие-то вот, опять же, в прошлое уходит, что. Как бы он тоже вспоминания, возможно, ваши отношения вспоминает, чем-то мучается, страдает, и разрешить вашу ситуацию он пока этого не делает. Он хочет, чтобы расстояние между вами, возможно, у некоторых как и физическое, то есть на расстоянии находитесь, ему приходится приезжать, уезжать. Также, возможно, и просто моральное, душевное, чтобы оно убрать это расстояние между вами. Чтобы вы убрали вокруг себя, выстроили какое-то ограждение от него, вот чтобы вы убрали это. Он хочет наслаждаться вами, вашим обществом. Тяжело ему, он страдает из-за того, что хочет поступать правильно, считает, что есть шанс. Есть шанс на дальнейшую перспективу развития ваших отношений. Да, опять же, веселье выпадает. Возможно, в скором времени будет какой-то праздник, совместное хорошее времяпрепровождение. Да, вот и на этом празднике он как бы планирует, возможно, вам что-то сказать, предложить. Хочет по-своему все поставить и хочет вами манипулировать. То есть так как сейчас у вас идут отношения, он так не хочет. Он хочет, чтобы было так, как он сказал, а не так, как вы говорите. Если уже вы в браке, то хочет увеличение доходов финансовых в семье.
У него на это есть свои какие-то планы. Очень сильно тянет к вам. Ему грустно, что ему приходится всегда делать выбор. Ну, ревнует. Сильно очень ревнует. Из-за ревности просто эмоции его переполняют. Из-за его вот этой вот ревности у вас слишком сильной подозрительности, вот этой вот какой-то слежки, по большей части у вас-то и происходят разногласия. Но для него вы самая лучшая женщина. Да, опять показывает, что может выпивать мужчина. Когда он выпьет, у него больше смелости появляется, и он больше начинает каких-то действий в вашу сторону. Хочет стать вашим императором. Опять же, для многих показывает, что вы уже не первый день, как говорится, не неделю, не месяц знакомы, давно. Хочет в ваших отношениях каких-то нововведений, что-то необычного. Пока показывает, ситуация подвешенная, ему от этого грустно, печально. То есть пока ваши отношения никуда не двигаются, для него вы много значите, у него в голове большие перспективы, планы на вас. Но тем не менее, из-за того, что вы яркая, привлекательная, возможно, вы много общаетесь, у вас много друзей, знакомых, и у него идет очень сильная ревность из-за этого. Может быть, какие-то вспышки, не то чтобы гнева, но вот он психует, может быть, даже при других людях начинает что-то говорить, там, показывать свою ревность, и у вас происходят споры, разногласия. Сам себя он корит из-за этого, у него душевное терзание, но он не видит того, что... Поэтому у него замок и ключ не открывается. Он не видит, что он должен поменяться. Он хочет стать вашим императором. Если вы уже в браке, то более дальше развивать ваши семейные отношения. Если не в браке, то действительно, еще тем более, чтобы вы вступили в брак. Но он ничего этого не делает, потому что не видит, в чем он не прав. Все время у него виноват кто-то другой, не он. Итак, что вы значите для него, Ракул, еще раз? Звезда, мечта, вы самая лучшая женщина для него. Но, чтобы у вас дальше пошли, как бы, развитие ваших отношений, ему нужно меняться. Ну, вот так нам показывают карты. Спасибо за просмотр. Всего доброго.